Всем привет! Сегодня буду настаивать консервированные ананасы на водке. Готовлю впервые. Думаю, получится неплохой напиток. Хотя, посмотрим. Для приготовления настойки понадобится банка ананасов в сиропе, банка у меня 545 грамм. И пол-литра водки. Вскрываем банку с ананасами. В отдельную емкость отправляем содержимое банки. Вливаем алкоголь. Закрываем и оставляем настаиваться на 2 недели в темное и теплое место. Прошло 2 недели, настойку ликер, как назвать, пора отфильтровать, поэтому берем отдельную емкость, лейку и переливаем настойку в банку. Запробовать. Ну и дрянь. Оставлю настойку еще на 2-3 дня в холодильник. Настойка из консервированных ананасов готова. Давайте пробовать. Сладкий запах, но водкой тоже пахнет. А вот вкус сладкий. В меру сладкий ананасовый вкус. Вкуса алкоголя нету от слова совсем. Вкусно, блин. Напоминает такой легенький ликер. Да, смело могу советовать к приготовлению данную настойку или ликер. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Всем пока.